Еще одно открытие в субботу прошло в Лакреевском лесу. Там появился новый детский городок. Активные жители города создали организацию «Мегацель» и собрали средства на детскую площадку. Деньги удалось накопить еще зимой, а в субботу организовали мегапраздник «Цветик-семицветик» и подарили площадку городу. Десятки детских площадок, и на каждой улыбки и счастливые лица. Пока одни ребята передают приветы в камеру национального телевидения Чувашии, другие путешествуют по веревочному городку, а третьи превращаются в бабочек и котят. Но главный сюрприз праздника расположился чуть подальше, в тени деревьев. Мы выбрали площадку, определили ее стоимость, сбросили с деньгами, начали выбирать место в городе, где мы можем ее поставить. Рассмотрели порядка 35 мест в городе. И один из наших участников сказал, что, в принципе, давайте посмотрим Лакреевский парк, потому что это сердце города. Мы приехали сюда, здесь был пустырь. Выбрали место, проконсультировались с ландшафтными дизайнерами, чтобы можно было дальше развивать эту площадку. Играть на этой площадке можно абсолютно бесплатно. Даже взрослые здесь окунутся в мир детства. Мне больше всего понравилось лазить по канату вверх и вниз. Эта горка скользкая. Еще мне понравилось ходить по мостикам. Детский городок – первый проект «Мегацели». Впереди воплощение множества идей, которые помогут сделать Чебоксары лучшим городом страны. Мария Шоклева, Александр Петров, Республика.